Всем привет, ребят, с вами Шмыга. Вы на канале у Шмыги. А почему... Да бред, извиняюсь. Да. А как, кто так сделал? Да что за бред-то, алё? Во, вот теперь нормально, да? Да, вроде все нормально. С вами Шмыга, на канале у Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Exigen Not Included. Поиграем в без напряга или выживание, расплодится, дать сру. Ну давайте без напряга. Ну просто посмотрим, потому что, чтобы как бы, да? Ну давай, да, начнем игру. Это опять же, как я понял, по скриншотам. То, что и были. Это двухмерные. Ну то есть мы сбоку и бегаем, и что-то делаем. Переделать. Ну, типа там можно как-то переделать по-хорошему или по-плохому, но мы будем как обычно, то есть новая надежда плюс новая... Внимание, пробуждение произошло в запланированном месте, но планы колонизации уже наткнулись на некоторые препятствия. Мой печатный станок должен был приземлиться на поверхности планеты, но вместо этого он провалился немного... провалился на много километров в глубину. Обстоятельства стали... далеки от идеальных, но мне придется развить колонию здесь и приложить все силы для того, чтобы выбраться. Так, не установлю ни одной туалетной кабинки, не установлю ни одного кислородного диффузора. О, аптек. Кислород. Кислородный диффузор. Хватает материалов. А, это типа такая, как ты, как... Смотри, как интересно. Песчаник. Нормально. Так. А что для кислорода надо, подожди. Не хватает металлической руды. 200 килограмм. Ёпти. А я могу всех это или как там? База, лестница, клетка, складской отсек. А обучалки никакой, то есть не будет, да? Так, песок. Мне нужен песок или нет? Копай! Меня звали Копай, нельзя копать. А что можно еще делать? А, я могу только, короче, копать пока, да? То есть я не могу туда копать. Хорошо. Прикольно, мне нравится. Ну, в принципе, так, ну, неплохо сделано, да? Вот что такое? Кислолит какой-то, да? Она сама типа забирает, я понял, прикольно. Нормально, нормально сделано, мне нравится, хорошо. Хорошечно. Потом же это увеличится, наверное, все, да, и типа будет классно вообще. Thank you.
туалет, ручной насос. Не знаю, как это работает, короче, ну как-то так, наверное. Не, ну, мне нравится пока. Слушай, смотри, мой талкан там сейчас сделают, короче, да? А, ну и хотя, блин, если я буду тут копать, он, наверное, упадет, да? Я что-то не продумал про это, под эту тему, печатный станок, да? Металлическая руда уже 350 килограмм, то есть я могу, в принципе, сделать этот кислород, да? Да, могу сделать кислород. Не понятно, просто а это что такое? Блестячок. Блестячок? Его так и называют? Ручной насос. Опустошить. Так. Места строительства недостаточно. Так. Ну пока не, пока мне нравится, слушай. Вот как можно ездить-то, ёптать. Вот ручной насос, зачем я его там поставил, дурак что ли? Воды типа нету, ну. Мне нужно наоборот на поверхность выбраться, да? А вот тут какие-то хрени, смотри, прикольные, да? Нормально. Нормас. Раз-раз, нормас. А, я вообще могу... Недостаток еды. А как я еду сделаю? Подожди. Еда. Микробный преобразователь. А нету генератора. А генератор как? Ё-моё. Подожди, а ручной... А из чего мне брать ручной генератор? Что это? Место не подходит для стройки. Блин. Ой, мы до воды добрались. Подожди, водопровод. Ручной насос. А, вот так, смотри, можно как сделать. Прикольно. Классно. Ручной насос. Так. Да блин. Спят. Спят усталые младенцы. Импи. Клетка, дверь, складской... складской отсек. Так, а что еще есть? Кислород мы еще пока нет. Мне нужна энергия, чтобы еду, короче, дофигачить, да? Так, умывальник, массаж, стол, койка, исследователь. Так, ну. Это типа там тоже вода, да? А подожди, а мне я хочу вот сюда, как бы компьютерный стол, светильники, фиг. Там мне надо как бы попасть.
А туда мы можем только вот тут попасть. Надо как бы, чтобы вот здесь... А разрушить строение не надо. Скоро урожая, лужи, переместить обломки в хранилище, строение. Поймать создание, да? Вот это мы можем сделать сюда лесенку одну поставить. Ага. Это? А, время работать. Больная спина. Так. Руду какую-то собираем, смотри, классно. Источник еды. Да, 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 да. Как это сделать? А, вот есть руководство, ёпти. Ну ладно, мы пока без руководства, мы так типа, да? Боже, ну мы же с вами как бы, да, нормальные. Ну, в смысле. Ну, типа это. Они, видишь, недовольные, короче. Типа жрать, наверное, хотят. Я просто не понимаю, короче, где в Талкан хочет. Эйл тоже хочет в Талкан. О, он достроит сейчас этот ручной насос. Или нет? Не, он какой-то песчаник там достает. А, они туда-то забраться не могут, слышишь? Так, ручной насос построили. Они могут туда добраться. Ты видишь, как бы они такие умные. А, так, стоп. Угу. Угу. А что они там делают, интересно? Ой. Так. Да, хорошая игруля. Надо разобраться только в ней. Тогда будет все хорошо. О, она что-то тащит там нормальное, так, да? То есть не обязательно, короче, здесь вот так делать с лестницу, да? Или обязательно? Пищевое отравление, что-то еще там, да? А эту хрень-то будете сделать или нет? Разрушить, отключить авторемонт. Не. А ща, как отменить? Что там это? Что тут? Недостаточно ресурсов. Медная руда. 400 килограмм нужно. Ага. А что радуется? Почему радуется? Так, медную руду собираем, ага. Ой, какое-то говно упало на воду, да? Семя под надцвета, песчаник, водоросли. Так. Так, мы достроим сейчас эту еду, да? Так, не подключены провода.
Ни одного кислородного диффузора. Кислородный диффузор. А, здесь я его не могу поставить. А вот здесь. Место не подходит. От... Так. Рам-пам-пам. А куда его по... Ага. Умывальник еще теперь нужно построить. Так, водопровод. Это где умывальники-то были? Так, генератор надо, ручной генератор, ручной труд в электроэнергию. Так, теперь главное там не копать. На. Так, почему не... А мне интересно, хватит этого? О, у него хп что-то началось уменьшаться, да? Главное, генератор, ну, короче. Кислородный диффузор тоже нужен генератор. Угу. Ну, сейчас генератор достроен, наверное, да? Так. Не подключены режимы ожидания, в смысле? А как его делать-то, подожди. Подожди, энергия, ручной генератор, это он. Как подключить-то, я не понимаю, подожди. А к чему его подключать? А, так, извините. О! Перерыв. По умолчанию перерывчик. А я не понял, каким проводам-то его нужно подключить? Вот здесь, что ли, что-то должно быть? Угу, тут какие-то эти животные, компьютерные столы. Генератор-то от чего должен работать? Энергия, подожди, энергия. А, подожди, база. А, может быть, от этого, нет? Клетка, складской отсек, кислород. А, провод, ё-моё. Правильно? Ну да, вроде правильно. Сегодня его отравление. Так, они пока все спят, да? А, можно увеличить скорость. Можно увеличить пока скорость. И пока... подожди, нам лишь нужно провода, короче, сделать, типа, да? И... А, нет болезни пока. Так. Провода-то будем делать? А, будет делать. Так. Провод есть.
Провод есть. Нет энергии. Почему нет энергии? Генератор в режиме ожидания. Батарея достаточно заряжена. Что нужно сделать-то теперь? Нет энергии. Недостаточная выработка кислорода. Не понимаем, бо. Не понимаем, бо. Мамба, мамба, уамба. Загрязненная вода. Так. Ну что вы там, сделаете мне проход-то в эту дырку или... А, улучшенное рытье? А как это сделать? Подожди. Исследование, типа, или что? Нельзя, короче, пока. Я понял. Так. Тогда от меня амбо. И что делать надо? Так, надо как-то генератор, короче, фигачить, да? Надо как-то генератор фига... А как его фигачить-то? Я не понимаю. Нет энергии. Почему не, нет энергии? В режиме ожидания. Энергия. Провод бот... А, батарейка может быть. Не знаю, реально. Блин, надо туда было копать немножко. Ну. Батарейка. И чё? Почему не хватает энергии? Нифига не понимаю пока, ребятки. Пока непонятно. Очень сильно понятно, что тут за говнище происходит. Так, туда я не могу попасть. Так, а что, давай тогда вот сюда, может, попадем. Глацвет, фигет. Ой, ой. Опамбо. Это кто такие у нас? Блестячок. Блестячок. А если я, короче, это... Если я воду вот так, она сюда утечет, типа, или как? И она такая блюб-блюб-блюб и туда, или нет? Как это происходит? Ну, это какой-то... Слушай, не, прикольная такая стратежунскинская. Нужно в нее побольше, как бы, играть бы, понять бы, что тут надо делать. Там пока ничего не понятно. Ноль килограмм кислорода, потому что я не произвожу кислород. Так. Я как энергию-то зафигачить? Я же сделал провод энергии.
Хер его знает, не знаю, короче. То есть тут еще есть расписание, короче, когда они что делают, да? Там есть все, да? А что он тут ничего не делает? Он хочет, что он делает? Ожидание. Почему ожидание? Голод у него. А, новый чувак пришел. Прикольно. Как мне починить? Как мне сделать этот? Блин, никто мне не расскажет ни хрена, да? Не знаю, ребят, как сделать эту хрень. Интересная игра, в общем, ладно, я буду в ней, наверное, разбираться. Закончу на этом эту серию с генератором, не очень понятно. И да. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была игра «Нехватка кислорода». И с вами был Шмега. Всем счастливо, всем пока.